мой взгляд, необходимо выработать какие-то концептуальные взгляды, которые, ну, незыблемы. Это для уже про учебу. Потому что мы, ученые, можем сколько угодно спорить. Даже если говорить про даты, чтобы попроще, да, в каком месяце, дне произошло, да, или как это оценивать другое. Мы можем спорить бесконечно, и это правильно, ученые должны спорить. А вот когда дело касается обучения, вот, представьте, вы учитесь, а вам говорят, а это событие прошло ли в 63-м году, или в 64-м, а может в 65-м. Как вы будете отвечать, если тем более у нас сейчас Т, как ЕНТ и прочие дела. То есть там расплывчатости не должно быть. Пусть мы должны принять, что вот даже даты. Вот эта дата у нас принята в учебном процессе. Мы можем спорить, поспорили, пришли к какому-то выводу, изменили. Но это должно быть какой-то вот ряд. И опять непрофессионализм написания учебников. Я не знаю, как бедным детям, да, но в одном учебнике по истории Казахстана, в одном учебнике, я нашел три разные даты на одно и то же событие. Причем одна на одной странице, через страницу, это же событие, другая дата, а в хронологической таблице уже третья. Вот. То есть или профессионализм, непрофессионализм. Вот если будет конкретная концептуальность выражена, ребята, вот такой официальная дата для учебы, не для того, чтобы мы ученые, говорили, вот к этому все привязано. Ученые пусть спорят. Процесс он, исторический, он многогранен, и взгляды на него тоже многогранны. А вот разница, еще раз, различить историю как процесс, историю как науку, историю как обучение. Вот в этом направлении, по-моему, надо двигаться. И поэтому вот посылки, которые были сказаны вот в этом выступлении, да, господина Тажина, они, в общем-то, в правильном направлении, но они очень пунктированы. То есть я боюсь, что как бы за этим выступлением, вот мы обозначили, вот мы сказали направление, все, мы галочку поставили. Мы что-то сделали. То есть нужно, наверное, создавать какие-то команды. Причем чаще всего у нас команды составляются из авторитетов, которые не всегда в этом компетентны. Надо как-то более объективно подходить к написанию учебника. И вот создать, повторяю, на мой взгляд, что нужно? Чтобы создать философию истории свою, хотя бы начать это работать, хотя бы, должна быть какая-то площадка. К сожалению, конференции, круглые столы, они чем заканчиваются? Все встали, сели, поспорили, к какому-то виду пришли, может быть, даже опубликовали, все, забыли. Должен что-то быть постоянно, вот какой-то мощный, сильный журнал, где бы постоянно, периодически, где бы могли все выступать, историки, профессионалы, что-то предлагать своё.